Побывать в Татарстане и не увидеть КАМАЗ – сегодня это моветон. Вот и Вилли ни минуты не сомневался, что рассказ о республике без автогиганта будет неполным. За последние годы, что происходит в мире, толкнул меня идея, что я хочу снимать многокультурный Татарстан. То есть именно то, что место, где есть разные национальности, разные религии, разные культуры, и они мирно, дружно живут все с друг другом. И это как раз вот на сегодняшнем нашем мире, это, ну, для, по крайней мере для меня, это очень важный вопрос. Актер вообще непрост. Никаких признаков звездной болезни. Сам подходил знакомиться, внимательно слушал рассказы про особенности производства, никому не отказывал в селфи. А их было много. Узнавали Вилли моментально. Прочитали по новостям и как раз увидел его у нас на КАМАЗе. Очень удивлен, что к нам приехал такой великий актер. Мне нравится этот актер, очень нравится. Я очень рад, что он прибыл нам на КАМАЗ. Это очень здорово. Круто прям. Вот. Тоже есть категории. Категория БЦ. Мы специально попросили показать права, чтобы без обмана. Оказалось, что Вилли работал на грузовике года два, сидел и за рулем КАМАЗов. Когда я последний раз ездил на КАМАЗе, как-то не узнает этого машины, потому что это же новое. Я так понимаю, что только в этом году, в конце года, выходит на продажу. Я ездил на старом КАМАЗе, конечно, но это, не знаю. Это, конечно, разные машины, это понятно. Для пущей убедительности, что актер не просто вжился в роль, используем запрещенный прием – провокацию. Этот вопрос задавали дважды разные люди, и реакция всегда одинаковая. Приятно. Что, вам нравится на КАМАЗ кататься? Да. На завод к нам пойдете работать? Посмотрим. Посмотрим. Может быть. Всего в серию передач о республике войдет 10 эпизодов по 26 минут. Только из-за одного из них, про КАМАЗ, проект настоятельно рекомендован к просмотру. Ждем премьеры. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа.